Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi 13, и сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google. Открываем настройки, далее проходим в раздел «Расширенные настройки». Здесь мы выбираем... Мы проходим в раздел не «Расширенные настройки», а «О телефоне». И здесь мы выбираем «Резервирование и восстановление». Теперь выбираем резервное копирование. Оно у нас включено, я его отключу. И у вас вылезет такое уведомление, если у вас отключено резервное копирование. Вы просто ставите галочки, нажимаете «Подтвердить» и «Настроить резервное копирование». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.